Хуин ты жопа, спасибо большое за донат. Охота на носорога. Да, значит, ну, компания охотников уже везде, весь земной шар объездили, там, кто на фазанов в Европу, кто куда-то там, да, чуть ли не на Северный полюс, там-сям. И вдруг один из них, Коля, поехал на носорога. Значит, поехал на сафари, опаснейшая охота на носорога, один из самых агрессивных еще зверей, носорог. Ну и, значит, никто не был. Поехал он на носорога, возвращается с этого сафари, все говорят, давайте хоть, ну пускай расскажет, потому что, ну, все мы там, ну, медведь, там, тигр, ну, фигня, ты, на носорога, на носорога. Значит, заказали ресторан специально, взяли там VIP-комнату, чтобы никто не мешал, все охотники, смотри, сейчас Коля приедет, расскажет про носорога. Сидят, ждут, и вдруг смотрят, значит, Коля, его ведут, он весь вот так трясется, просто еле-еле передвигается, седой человек, то есть не все его сразу узнали, просто все, это Коля, Коля, говорит, да, это Коля вообще. А его там жена ведет такая, просто грустная вся, заплаканные слезы, и он вот так идет, ни с кем не здоровается, его посадили вот так во главе стола, и тишина, слушай, как мухи летают, и все сидят, так. Коля, он сидит, ага, Коля, привет, расскажи нам, как ты поохотился-то, а? На носорога ты поохотился, ты что с собой, ты седой? И дул. Все, ну, идет, да, идет. И дул с ружьем. Я. Все, да, с ружьем. На меня. Все, на тебя, да. Носорог. Все, да, носорог. Как огромный носорог. Все, блядь, это точно, Коля? Все, да, Коля, ты не знаешь, что это? Огромный носорог. Очень большой. Очень. Все, да, ну. Я обосрался. Все говорят, ну да, блин, любой бы обосрался. Блин, огромный носорог, он говорит, нет, сейчас. Блять, в чем шутка-то? Блять, какая-то хуйня. Ну ладно, спасибо за донат.